Мешай, мешай. Будешь размешивать суп-то? Разогреваем. Сейчас обедать будем, да, Велиш, мы с тобой. Рассольник у нас сварен. Мясо-то от этих... У нас отвалилось с тобой от ребрышек-то. На, ребрышки-то уж убрать. Ну что, пойдем обедать, да? Кушай. На, ложи. Хлебушек-то или ешь так. Рассольник мы варили из ребрышек свиных, да, вкусных. Мясо аж прям разварилось. Ложи хлебушек. А рассольник такой вкусный, да? Обалденный. Обожаю варить рассольники в этом скороварке. Давай, наяривай, наяривай. Покушаешь? И дальше пойдем что-нибудь делать мы с тобой, да? Сейчас чаю наведу, подожди. Папа что-то не звонит, да? Ну вот и пообедали. Опять коты дерутся. Опять дерутся коты. А на улице у нас сегодня идет снег. Я все-таки надеюсь, что у нас засыплет все кругом. И будет красота красотенистая. А снежок валит. Валит, да. Слушай, надо убрать, наверное, вот здесь вот сухие-то. Пока тут стою, может быть и правда что-то убрать. Сухие листики. Видимо, все равно вот зимой у нас становится очень-очень сухо в квартире. Из-за этого даже растения по сравнению с летним периодом начинают сбрасывать свои листики. Вот драцена, она же совершенно неприхотливое растение, абсолютно. Но тем самым что-то не нравится, что-то не нравится. Кого мама любит, обожает? Кого? Маленького слона потом. Где у тебя лапки-то? Где лапки-то у тебя? Где лапки-то? Где лапки-то? Ой, сегодня спал со мной всю ночь. Маленький партизан. Маленький, почти 70 сантиметров, наверное, если вытянуть в длину. Да? Ой, ты партизан. Длиннющий он какой. Он на пол стола-то не влазит. Да, Нюш? Ты на пол стола-то даже не влазишь. Ой, ты короед, ты короедище. А мурлыкает-то как? Послушайте, если будет слышно. Слышно? Нет тебя, Нюш? Мурлыкает. Спишь, что ли? Короед мамин. Лапки-то высунул.
Ой, ты за Соня, ой, ты за Соня, ой, ты за Соня, за Соня, за Соня. Все, улегся. Улегся на клавиатуру. Молодец, улегся. Все. Да, сходила. Все достало. Много суеты, денег мало. Надоело жить под офисным лесом. Городские джунгли, пошли я лесом. По ночам работа, снится мне. Ветры годой, стал жестким. А в деревне дом, у самой речки. Один там варит кашу, русская печь. Я еду, 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 еду. Иди танцуй к маме-то.